Всем привет! 3D новогодняя снежинка своими руками, буквально за 5 минут. Для этого нам понадобится 2 квадрата 10 на 10 сантиметров. Далее мы их складываем, каждый квадрат пополам, потом пополам и еще раз пополам. После этого, как мы сложили, мы делаем небольшую дугу со стороны угла и обрезаем лишние. Далее на каждой части мы рисуем еще по 2 дуги и вырезаем ножницами. Вырезаем только не до конца, а то ничего не получится. Теперь мы их раскрываем, получились такие полуснежинки. Теперь мы в центр каждой поделки наливаем немного клея. Желательно это, чтобы был клей-момент или еще какой-то похожий, чтобы быстро склеилось, а не клей-пуа, потому что клей-пуа очень плохо склеит. Далее мы снежинки склеиваем друг с другом по центру. И в центре также прикрепляем бантик. Бантик может быть любого размера. Можете его сделать как больше, так и меньше. Видео на бантике я вам также прикреплю в комментариях. Так что можете посмотреть, как также сделать бантик буквально за 1 минуту своими руками. Всем спасибо и пока.